Еще один судебно-коррупционный скандал вспыхнул на этой неделе, но уже с подачи Генпрокуратуры. Теймура Занишнянидзе, бывшего генконсула Грузии, а теперь руководителя благотворительного фонда «На благо Одессы» и соратника Михаила Саакашвили, подозревают в хищении в особо крупных размерах. Подозрения ему зачитали по киношному. Правоохранители заблокировали автомобиль дипломата ночью на трассе. Нишнянидзе все сразу же начал транслировать в соцсеть, при этом моментально перестал понимать украинский язык. Теймура Занишнянидзе обвиняют в махинациях с возвратом НДС. Еще в бытность генеральным консулом Грузии в Одессе в 2011-2013 годах. Как заявляют в Генпрокуратуре, схема была такой. Нишнянидзе в сговоре с другими работниками консульства требовал от украинской налоговой возмещения как иностранцам НДС за якобы приобретенный товар в магазинах мировых люксовых марок. Суммарно работники грузинского консульства приоделись на 100 миллионов гривен, а 17 миллионов Украина им должна была вернуть. Непосредственно Нишнянидзе получил возмещение в размере 4 миллионов гривен. Однако подозреваемый свою вину отрицает и дело называет политическим преследованием. Суд по избранию меры пресечения назначили на субботу, но перенесли на понедельник, так как Нишнянидзе потребовал переводчика для участия в слушании. Интересно, что заседание состоится в 11 утра, в то же время, что и заседание по делу Романа Насирова.